Сегодня вашему вниманию мы хотим представить потрясающий квинтет. Этот квинтет состоит из квартета Алексея Подымкина, пианиста московского. В этом квартете играет Сергей Васильев, контрабасист, Давид Кибучава, барабаны, Сергей Баулин на саксофоне. И с ними приглашенный гость, американец Хенри Меркинс, на такой интересном инструменте, как губная гармошка. Необычный инструмент, необычное звучание этого квинтета. Сильнейший саксофонист, интереснейшие все музыканты. И вот на аккомпанемент такого квартета играет Хенри Меркинс на губной гармошке. Это необычный инструмент, губная гармошка. Многим интересно, как это все будет звучать и насколько это будет интересно именно в джазовом материале. Ну что, приятного вам просмотра и с новым сезоном! Thank you.
Thank you.